façon de se quitter. Quelques grains de verre auraient peut-être pu nous aider. Danser ses larmes, mais j'ai décidé de pardonner. Les heures écoulent, à trop s'aimer. Cœur, je t'ai confié de mes sourires, de mes secrets. Même seul, un seul, une pierre, elle est gardienne à bouiller. Dans cette maison de pierre, satanée, regardez danser. Je t'en voulais la guerre, ne go que ça. Серьезный момент, такой не детский совсем. И не только потому, что ты у нас плачешь, несмотря на такой вообще ошеломительный, мне кажется, успех. Это радость. Это радость и это такая свобода, да? Ты сделала очень все хорошо. Я говорю про серьезный момент, потому что, ну, я думаю, что мы все бы были счастливы, конечно, каждый из нас был бы счастлив видеть тебя в своей команде. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Ева Тимуш, мне 13 лет, и я из Молдовы, Кишинев. Браво, Ева, браво. Спасибо. Представляешь, и главное, что обсуждать здесь... Ничего. Вот все, что мы говорили про эмоции, про точные ноты, да, у тебя все вот это как раз все есть. И плюс еще при этом есть тот волшебный такой какой-то ингредиент, компонент, которого... Та самая лаврушечка. Та самая лаврушечка, да, вот которую сверху, вот как вишенка на тортик, оп, и вот теперь тортик абсолютно, абсолютно идеален. Ну так что вот такой ты тортик у нас сегодня. Очень самый вкусный. Спасибо. Я думаю, что мы все очень волнуемся. Я до этого даже не слышал ничего подобного у детей, поэтому... Не знаю, вы сами теперь уже думаете, принимаете взрослые решения. Мы все втроем смотрим на вас. Это очень сложно. Не сложнее, чем то, что вы сделали только что, это точно. Я выбираю Леонида Окутина. Да. Спасибо за предоставленное невероятное удовольствие. Спасибо.